Привет, дорогие друзья! Хочу поздравить футбольный клуб Ростов над такой легендарной исторической победой в Лиге Чемпионов над Баварией. Молодцы ребята! Отлично сыграли. Пусть там многие говорят, что у Баварии был там какой-то другой состав, второй состав. Был нормальный состав, рабочая обстановка, атмосфера. Не было только Нойера. Значимых еще там пара игроков, но даже Томас Мюллер вчера выиграл, поэтому я от души, мы вчера все болели, так что спартаковцы вас тоже поздравляют. Вот, надеемся, что в последнем туре ПСВ вы разнесете, ну или в крайнем случае сыграем в ничью и пройдете в Лигу Европы. Мы вместе с вами как поддержим российский футбол. Думаю, может быть, и ЦСКА все-таки разродятся с Тоттенхэмом, что-нибудь там покажет. Вот. И в следующем году уже мы как бы сделаем свое дело в Лиге Чемпионов и наконец-то доберемся до заветных серий плей-оффа. Все будет видно потом. Поэтому сельмаши вообще красавцы. Главное, удержите Азмуна, потому что сейчас на него будет очень большой спрос. И еще хочу еще вам показать наш стадион, который на данный момент выглядит вот так вот, не густо, но люди бегают, занимаются. А вот там вон, если верить службам массовой информации и проекту, то в 2017 году уже сказали, что здесь будет построен огромный комплекс к чемпионату мира, большой спортивный комплекс. И футбол там будет, и бассейн. Ну, там очень много говорят, там чуть ли не трехэтажное здание со всякими секциями. Поэтому будем тоже ждать, надеяться на это. Поэтому всех ребят еще раз поздравляю с победой. И хочу вам всем пожелать удачи в труде и спорте. Ну и будем готовиться к наступающему новому году. Поэтому давай, братва, с победой и всех с хорошим настроением в преддверии Нового года.